Я слышал, что сегодня двое неизвестных северокорейцев пытались проникнуть на территорию острова Гёдон, расположенного в Западном море. Это верно? Да, некоторые сообщения уже поступили. Соответствующий орган в настоящее время проводит расследование. Мы отслеживаем дезертирство с самого начала, это была успешная операция. Я не знаю, можно ли это разглашать, но есть детали, которыми можно поделиться после обсуждения. Мы сообщим о них. Министр обороны Южной Кореи заявил, что органы страны расследуют дезертирство жителя Северной Кореи. Сообщается, что человек пересек морскую границу в Желтом море и перебрался на сторону Южной Кореи, сообщило в четверг информационное агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. Перебежчик пересек северную пограничную линию в Желтом море, оспариваемую морскую границу у западного побережья. Число северокорейских перебежчиков, прибывающих на юг, достигло рекордно низкого уровня во время пандемии, когда Пхеньян принял меры по плотному закрытию своих границ. Тем временем обстановка на Корейском полуострове остается напряженной. 4 августа отдел по внешней политике МИД КНДР заявил о наращивании ядерных сил для повышения готовности к войне. Северная Корея обвиняет США и Южную Корею в угрозе безопасности в регионе. 28 июля министры обороны Южной Кореи, Японии и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в области безопасности. Это произошло на фоне активного вооружения Северной Кореи. 30 июня Северная Корея обвинила США, Японию и Южную Корею в организации так называемой азиатской версии НАТО. В свою очередь президент России Владимир Путин сообщил, что не исключает поставок высокоточного оружия КНДР. Он отметил, что в дальнейшем Москва может, по примеру западных стран, которые поставляют оружие Украине, заявить, что не контролирует дальнейшее использование этих вооружений.